Glamrock Sans, друзья, зацените! Два Glamrock Sans, что происходит? Sans. Итак, друзья, секретная локация, вот мы заходим внутрь и увидим сейчас... Там, ребята, там Чика! Там Чика, смотрите! Привет! Мы продолжаем играть в FNAF 9 Security Breach, и сегодня мы вместе посмотрим на одну самую секретную комнату, которую многие не смогли найти в FNAF 9. И реально будет очень круто, потому что она отсылает нас к 8-й предыдущей части FNAF. Комната реально интересная, поэтому этот видос заслуживает лайка. Будет круто, это канал FNAF Play, а я Гун Фредди, сразу погнали играть. На самом деле сегодня будет не только случайная комната, но и специально приглашенный гость, друзья. Встречайте, это Glamrock Sans, друзья, зацените. Все фанаты Undertale вошли в чат, все фанаты Undertale поставили лайки. И, конечно же... Glamrock Sans, ребят. Ну, выглядит прикольно, я решил чисто вспомнить, так сказать, Undertale, потому что реально Undertale классная игра, я согласен. И ждем, может быть, там третью часть, потому что есть Deltarune, есть Undertale, мы все с вами проходили, но сегодня речь не об этом. Сегодня мы вместе с Glamrock Sans, собственно, вот он идет за мной, мы сегодня с вами откроем одну из самых секретных, так сказать, комнат. Зайди в лифт, пожалуйста, ты где? У нас лифт закрылся, ладно. Короче, потом меня найдешь. В общем, найдем с вами одну из максимально секретных спрятанных комнат в этой игре. И мало кто вообще ее находил в FNAF 9, потому что она, в принципе, она не особо спрятана, но туда просто никто не ходит, в это место. Это такая локация, которая типа проходная, ты там ничего не должен делать. Ты там дерешься с Чикой и, в принципе, все. Вот, мы там с вами несколько раз были, и даже проходили мимо этой комнаты, и многие из вас проходили мимо нее, но редко кто туда заходил, да, Санс? Сегодня мы с тобой вместе это все узнаем. Так вот, у нас даже подарки валяются какие-то. Вроде аниматроников нету, опасностей никаких нету, погнали. Санс, иди сюда. Нормально, да? Нормально я позвал чувачка себе на видос, мне понравилось. Санс красавчик. Так, в общем, мы сейчас двигаемся в сторону столовки, там, где Чика у нас любит жрать пиццу. Вот, мы идем туда. Санс! Кстати, а что будет, если Санс увидит Фредди? Там будет Фредди или... Вот это, кстати, вопрос хороший. Ну-ка. Ну-ка иди сюда. Давай проверим. Сюда иди. Открой дверь. Не-не, подожди, открой дверь. Вот эту. Мне просто реально интересно. Так вот, кто там у нас? Санс или Фредди? Санс или Фредди? Ну-ка. Ха! Там тоже Санс! Смотри, раз Glamrock Sans и старый Glamrock Sans, это новый. Это получается чистый Glamrock Sans, это грязный Glamrock Sans. Два Glamrock Sans, что происходит? Санс. Саня, ты в порядке? Хорош. Ну, неплохо, ладно, хорошо. Я просто думал, что там будет обычный Фредди. Это просто новая шапка, да? Вот сейчас он появился из воздуха, я все видел. Хватит насиловать робота. Я видел, он появился из воздуха. Хватит телепортироваться, долбанный читер. Не, ну Glamrock Sans это классно. На самом деле это просто Фредди Фазбер нашел себе классную шапку. Шапку Санса, купил ее и теперь носит. Ну это типа маска Санса, а чего бы нет? Кстати, пиши в комментах, если бы хотел себе такую маску. И вообще, какую... Вот реально, давайте так. У вас был бы выбор купить какого-нибудь, ну, маску какого-нибудь аниматроника. Ну, допустим, не то, что купить, а вот, допустим, вам бы подарили маску какого-нибудь аниматроника. Вообще любого аниматроника из ФНАФа, из вселенной. Даже вот, ну, допустим, возьмем 7-ю часть, где Ultimate Custom, там вообще 50 аниматроников. Вот какую маску какого бы аниматроника ты бы себе хотел? Ну, типа, можно ее использовать на Хэллоуин, можно чисто над друзьями поугарать, можно поприкалываться. Вот, чью маску ты бы хотел? Пиши в комментах, я обязательно почитаю. Я бы, например, хотел маску Фокси. Знаешь, это как в FNAF 4, когда брательник пугал своего младшего брата в маске Фокси. И, блин, охота тоже такую маску. Не чтобы пугать брата или сестру, а просто, чтобы она у меня была. Маска Фокси прикольная. Возможно, кстати, у кого-то из вас уже есть маски аниматроников. Возможно, кто-то сам их делал. Потому что, ну, помню, было пара человек, которые мне даже скидывали скриншоты в ВК и показывали свои маски. И реально качественные маски. Прям классно были сделаны. Вот. Так что жду ваших комментов и, естественно, лайков.
А мы практически уже добрались до той самой комнаты. До той самой заветной секретной комнаты. Мы с Сансом вот бежим. Бежим со всех ног. Я, наверное, тут сейчас сохранюсь до кучи. Знаете, зачем? Ну, потому что мало ли сдохну где-нибудь. По пути. Поэтому лучше сохраниться. Лишним не будет точно. Итак, заряжаем фонарь. Санс, ты где, блин? Алло. Он бежит. Капец, ты далеко. Ты можешь быстрее, нет? Ля бежит. Ля, красавчик, с черепом на башке. Классная маска, мне нравится. Ладно. Все, смотрите, мы попали в эту локацию. Это локация Чики, мы знаем, что столовка, он тут жрет пиццу, все дела. Вот, нам сейчас нужно, для того, чтобы попасть в самую секретную комнату в игре, зайти в этот лифт. Так, Фредди, ты где там? Ты в своей маске нифига не видишь, что ли? Я не пойму, вот где он? Он застрял, да? Короче, он застрял, ясно, понятно. Все, Фредди, я тебя ждать не буду. Ты там в своей маске дырки побольше сделаешь, чтобы видно хотя бы что-то тебе было. Но пока мы едем в лифте, можете написать, как у вас дела. Как встретили Новый год, как отметили, как... это... Как там подарки ваши проживают, между прочим. По-любому, чтобы понадарили всяких крутых штук. Вот у меня золотая кнопка. А у вас много всего классного. 100%. Ну ладно, все. У нас сегодня речь не об этом. Где? Вот он ты. Давай я в тебя залезу в конце до концов. Это для моей же безопасности. Ну и так плюс лучше видно. Смотрите, в этой локации мы продвигаемся вперед. До самого конца, вот до этих дверей. Вот эти двери нам и нужны. Как раз таки там и будет та самая секретная локация. Итак, вот она, все, вот она, ребят. Мы ее пришли, до нее дошли. И вот она, пожалуйста, вот она дверь. Она закрыта голосом Чики. И там уже, вот смотрите, если посмотрим, мы через фонарик, да, там уже что-то происходит. То есть, вот кто был в этой локации, не знаю, пишите в комментах, знали ли вы про эту локацию, но я лично про нее узнал вот вообще недавно, какой-то американский видос наткнулся, говорю, нифига себе, как я так это не заметил, Санс, не открывай быстрее. У тебя есть ключики, я знаю, давай. Красава! Итак, друзья, секретная локация, вот мы заходим внутрь и увидим сейчас то, что многие еще не видели. Готовьтесь, вот оно! Офигеть. Нет, ну кто узнал, сразу ставьте лайк. Потому что это она, друзья, это она. Это локация SMAP 8 с Mangle. Та самая вентиляция, где мы чинили вентиляцию. Вот они, кнопки, кстати, смотрите, кнопки. Вот они, все это все из SMAP 8, ребят. Теперь там тупо мусор. Это, знаешь, это как мусоропровод теперь. Кстати, да-да-да, вот он пропеллер, который был внизу. Вот эти вот ящички мы открывали, помните? Сюда, иди, Санс. Что ты там встал? О, да тоже посмотри, зацени, прикинь, локации SMAP 8, вот, представляешь? И вот здесь, друзья, у нас прикол в том, что, видите, аниматроник разобранный, ну, точнее, бот. Разобранный бот лежит, и как раз-таки это редкая пасхалка, то есть это пасхалка на редкую пасхалку, прикиньте? То есть пасхалка на пасхалку, думайте, это взрыв мозга. Потому что, когда мы играли во FNAF 8, мы стояли вот на такой решетке, под нами был тоже пропеллер, и... Очень редко можно было увидеть под этой решеткой эндоскелета из второй части ФНАФа, друзья. Кто помнит, тот знает. Вот, там был эндоскелет, он очень редко появлялся. И как раз таки прикол в том, что он был редкой пасхалкой. И здесь, друзья, разработчики, ну, знают, что они оставляли там эндоскелеты как пасхалку. И они оставили здесь тоже, но это уже не эндоскелет, это уже, получается, поломанный бот. Но, по сути, пасхалка на пасхалку. Причем пасхалка на секретную пасхалку. Это реально круто, ребят. Это реально круто. Это респект на 1 000 000 лайков. Шок-контент, ребята. Вот это да. Вот это да. Тут получается у нас... да, три вентиляции. Все правильно. Здесь у нас должна была быть лестница наверх. То есть выход из этой вентиляции. И там... Кстати, возможно, за это... Там, ребята, там Чика! Там Чика, смотрите, офигеть! Так, все, ребят, надо взламывать игру. Надо взламывать игру срочно. И давайте посмотрим. Там реально Чика, она сидит тут, все. Она сидит тут, подождите, а здесь получается... А может тут и Мангл мы найдем, раз Чику мы нашли? Хорошо, давайте, я предлагаю... Ну, во-первых, вот он эндоскелет лежит, ну, типа эндоскелет. Это не эндоскелет, это получается бот, но пасхалка на пасхалку, ребят, прикольно. Опять, скорее всего, вот кто его все засунул? Опять Монти.
Монди постоянно все ломает, он задолбал. Хорошо, давайте попробуем включить свет в этой локации и рассмотреть все. Ой, ё-моё, огромный Санс, мне нравится. Пора смотреть все получше. Свет включен. Давайте смотреть. Итак, тут огромная вентиляция, и она у нас заканчивается здесь. То есть получается, вот как она выглядит. Ага, она еще и ведет сюда. Они как-то объединены между собой. То есть через эту вентиляцию можно было видеть вентиляцию. Это интересно, это очень интересно. Так, ну тут горы мусора лежат, в принципе. Тут мангл, вряд ли она в этом мусоре закопана будет. Скорее всего, нет. Но прикол в том, что... Ну, солнце такая башка белая, я не могу. Прикол в том, что здесь тоже есть проходик. И вот, кстати, пропеллер, да. Проходик и тоже ведет в никуда. То есть там просто дырка и все насквозь. Но здесь у нас лежит Чика. Вот она. Игрушка Чики. Возможно, Чика здесь лежит, потому что это ее локация. Может быть, по другой причине. Я не знаю. Тут вообще очень много мусора. Тут даже есть какой-то выключатель. И в этом мусоре жалко, что действительно нет мангл. Если бы была мангл... Вот на самом деле, я не знаю, почему разработчики так поступили. Они бы могли положить вместо игрушки, ну, Чики, да, игрушку мангл. Это было бы логично. Это было бы логично, потому что здесь у нас как раз находилась не Чика, а мангл в этой локации. И вот действительно вот эти кнопки, которые мы нажимали... И все вот эти щитки, вот эти... Вот они, это кнопки, да-да-да, помните? Вот они тоже кнопки, мы по ним нажимали. И вот рычаг, смотрите, вот он рычаг тот самый, который мы дергали. Кнопка еще одна. Блин, ну это реально, это самая локация. Она, правда, ну, сделана уже с нуля. Это не, ну... Вот еще один рычаг, кстати, лежит. И трубы, трубы тоже с дымом, видите? Из труб идет дым. Так же, как было в этой самой мини-игре. Ну, теперь вы знаете, что здесь... Есть еще одна комната. Возможно, где-то в этой пиццерии есть еще такие комнаты. Если вы вдруг о них знаете, и я их не заметил просто, то пишите об этом в комментариях. Но это реально крутая комната. Вот, кстати, вентиль, еще вентиль. Да-да-да, мы его тоже крутили. Блин, реально очень-очень крутая пасхалка. Санс одобряет, и вы тоже, наверное. В общем, мне реально очень понравилось. Блин, маска Санса топчик. Маска Санса топчик, за нее определенно лайк надо отгрузить. В общем, на самом деле пасхалка крутая. Пасхалка на секретную пасхалку и, в общем-то, на этом все. Такая вот секретная комната. Плюс еще и специальный гость. Этот Glam Rock Suns. В общем, ребят, пишите, что вы думаете об этой пасхалке и о том, идет ли Glam Rock Freddy такая вот маска Suns. Я уверен, что это не последняя секретная комната, которую мы еще найдем в этой игре. Это было реально круто, надеюсь, ролик тебе понравился и свой лайк ты уже поставил. А мы увидимся в следующих роликах. Всем удачи и всем пока!